Всем привет! Вот результат пошива платья. Платье прямое, зауженное к низу. Рельеф завершается шлицей вот такой вот. Рукав вточной. Прекрасная пройма, рукав, окат рукава. И зауженный к низу. Платье с запахом. Вырез мысиком. Без выточек. Вот такой вот вариант. Спинка очень простая. Обработка. Технология обработка. Обработки бейка. Стретч бейка. По горловине. По этому запаху одинаково. И по периметру низа шлица. Низ полностью обработан стретч бейкой. И также низ рукава обработан стретч бейкой. Так что все мои хорошие. Платье пошито покроено по образцу своего любимого платья, которое я хотела видеть, и выделила конструктивные линии. Вот такой вот получился замечательный результат. Итог великолепный, так как эта стретч-та, она облегает, не нужно ни нагрудных выточек, ни талевых выточек. Все прекрасно, и это платье потрясающее. Делайте, как я, делайте вместе со мной. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал Лорочка Шьет, и также не забывайте сохранять свою творческую копилочку видео, которые вам понравились, которые вам пригодятся, потому что на моем канале Лорочка Шьет много видео, более 2000, и я советую вам сохранить видео, те, которые вам нравятся, потому что вы будете очень долго искать, и это займет много времени. А так, когда вы сохраните эту творческую свою копилочку, вы будете все время смотреть то, что вам необходимо. Желаю вам творческого вдохновения, шайте себе такие прекрасные платья, моделируйте, и вы будете на высоте, потому что вы будете создавать свои конструктивные линии, и это будет новая модель, новые обработки. Обработка здесь очень легкая, стретч-бейкой обработано все, не нужно никаких дополнительных детали выкраивать, это все будет лишнее. Это очень простой такой способ пошива, и вы сделаете это легко и просто. И желаю вам творческого вдохновения, хорошего настроения, мира во всем мире, и всем пока-пока!